Копия гидроэкскаватора из картона и шприцов, мультипликационные фильмы из пластилина и даже самоходный военный кораблик. Юный Магомед Ахмедов создает увлекательный продукт сам, без чьей-либо помощи. Все, что даже в своих фантазиях не берутся представить себе взрослые, по-настоящему конструируют дети. Наш корреспондент Патимат Ханапова побывала в Инсукульском районе и удивилась полету детской мысли. Ей слово. Уроки физики 12-летний Магомед еще не проходит, однако в этой науке он смыслит даже больше, чем любой старшеклассник. Свое первое изобретение – гидравлический экскаватор – он собрал еще год назад. Деревянный картон и шприцы – все, что понадобилось школьнику для создания точной копии погрузочной машины. Вода из одного шприца накачивается в другой шприц, и с помощью этого двигаются части экскаватора. Здесь каждый шприц отвечает за определенное действие – загрузка и разгрузка ковша, поворот платформы, а также подъем стрелы – все как у настоящего экскаватора. Работает машинка по законам гидравлики, науки о движении, равновесии жидкости, продвижении воды по эластичной трубке и позволяет совершать разные манипуляции. Сам по себе очень уникальный ребенок. Удается, можно сказать, фактически все ему. Но в большей степени, мне кажется, у него развито логическое мышление, поэтому он больше всего успевает по математике. И на уроках математики, вот сколько посещаю, он постоянно раньше всех выдает ответы. Даже не успевает записывать, но ответ у него уже готов. На этом способности и увлечения Магомеда не заканчиваются. Он также интересуется еще и пластилиновой мультипликацией. Лепит разных персонажей и путем покадровой съемки создает анимационный фильм. Чаще сюжеты героев придумывает сам, а иногда проходит по уже известным нам всем картинам. Сделаю один шаг, останавливаю видео, еще один шаг. Покадровал каждый шаг, но таких маленьких животных это было делать сложнее, потому что не видно ног, и их надо двигать по маленькому. Так надо было снимать очень много кадров, чтобы получился хоть один отрывок в мультфильме. Магомед также коллекционирует головоломки. Любой приезд в Махачкалу, признается он, для него желанный. Там он может приобрести самые разные формы кубика Рубика, которым он увлекается, кстати, вместе со своими друзьями. Говоря о мечтах и планах, юный инженер признается, что очень хотел бы профессионально обучаться конструированию, ходить в школу дополнительного образования для детей «Конториум». Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Унсукульский район.